Так, всем привет! Я снова с вами. Это мой новый влог. У нас уже зима, как вы видите. Со мной Денис. Здрасте. Здрасте. Привет. Так, короче, мы сейчас находимся возле вот такого стрёмненького места. Хочем туда пойти полазить. И потом, куда мы пойдем? У меня такие планы сегодня. Пойти там на одно, не знаю, как оно называется, или цех рабочий, или не рабочий. Короче, сейчас пойдем сюда вперед. Для начала, и потом пойдем дальше. Достань свой маленький Samsung. Смотри. Фу, мерзко. Чтобы не какой-то бомж здесь не вылез. Нет, смотри, сейчас я тебе покажу. Нет, тут фигня, да? Смотри. Пошли на цех, не теряй время. Смотри. Вау, пошли, ладно, на цех. Блин, я мочу. Извините. Но я тут... Короче, я хочу подраться, чтобы этот плод. Короче, я хочу постараться, чтобы этот плод получился без матов. Блин, я иду по снегу. Так, сейчас пока нажму на паузу. Так, мне еще не занят. Короче, блин. Я стараюсь не матюкаться, но оно просто автоматически меня вылетает. Хочу вот сделать серьезно красивый влог хороший, без матов, но не получается. Маты просто автоматически вылетают. Запикивать. Цензурки. Это сложно. Это нужен монтаж, там все все дела. Ну, короче, сейчас мы идем по дороге. Вот. Пальцы холодно. Вон, нам, короче, туда идти далеко на поворот. Когда я уже буду возле рельсов, там есть поездные рельсы, там когда-то ездили поезда, сейчас уже он не работает. Там, наверное, была это какая-то станция, но она завод. Уже не работает. Да, завод, может. Может, там делали какие-то детали для поездов, но сейчас уже оно... Просто завозили. Сейчас покажу, если отсюда видно. А это не то место, да, там, да. Где ты лазил вот так? Нет, это не то. Видите, вон там вешка и всякие фонарики с этим. Это мы идем вон прямо а туда. А туда идем? Да. Ты еще не видишь, что там дальше будет. Ладно, сейчас я нажму на паузу. Мы уже продолжим. Надеюсь, что у нас охрана не спалит. И все вот закончится. Вот поезда, сейчас я тут говорил, что типа не работает. Так, итак, я, короче, продолжаю. Вот здесь такой, короче, поезд. Хочу сейчас попробовать вылезти на него. Сделать как фоточки на память. И мы потом пойдем вон туда, в конец этих рельсов, вон туда далеко. Сейчас уже темно. Блин, всего лишь 6 часов, а так темно. Ладно, че, погнали. Мы уже идем дальше. Конечно, я уже немножко потерялся, можно так сказать. Потому что дороги я не знаю. А ориентируюсь по рельсам. Потому что мы по ним шли, и мы по ним сейчас идем практически назад. Мы там один поворот заметили. И только сейчас про него вспомнили. Мы сейчас туда возвращаемся, пойдем туда. Закрой рот. Идем сейчас к тому. А, вот он. Там есть что-то, блядь? Блин. Блин, почти упал. Ой, блин. Сможешь рукой коснуться? Че, погнали? Вон дырка. Это будет экстремально. Да, зато мы обратно садимся, не успеем по дороге. Блин, погнали туда. Ты хочешь? Лезем? Хули здесь провода. Не матюкайся. Еще все-таки провода только. О, там собака, слушай, не надо. Видишь, сразу заинтересовалась. Тут снеговик или это мне кажется? Смотри, там собака. Не, а после собаки, смотри, возле машины. Тут снеговик? Да, то снеговик. Ведрет ли там? Ладно, короче, мы туда не полезем. Не то, что застали, а потому что, мне кажется, этот забор может
внизу, короче, покажи им провода. Я уже видел. Там, короче, забор может тягануть током. Еще дальше, если бы не... Если... Я показал, что это был. Если повезет, то собака просто загрызет. Так, ладно. Блин, надеюсь, этот влог не будет скучным. Мы еще найдем какое-то место. Если что-то, я продолжу снимать, когда будет светло. Скажите, когда она сейчас найдется? В смысле на ночь? В прямом. Не надо. А чё? Так что не типа? Не на ночь. Только что возле нас прости какие-то пацаны. Одних воняло перегаром и бухлом. Мне показалось, что они сейчас по-любому захотят передраться. И надо будет что-то делать. Да, да, а у меня в одной камере телефон и Денис слева. Будет не спать. Нормально. Короче, сейчас мы еще что-то придумаем. Денис, я знаю, куда можно вылезти. Смотри. Вон. Я тебя посажу на стенку. На вот это здание. Где-то вход был. Ну вот там где-то вход, я же видел. Там нету входа. Был, я говорю, завалили. Пошли туда. Короче, Денис. Говорит какой-то вход, и сейчас посмотрим, потому что хочется. У него просто память, как у золотой рыбки. Завались. Короче, надеюсь, что-то интересное сейчас найдем, и я вам это сниму. А я пока нажму на паузу, потом продолжим. Так, короче, Денис пошел в туалет по-маленькому. Я пока его тут жду. Я уже взял светофилку, чтобы снять крупный обзор отсюда. Здесь такое место, но не тающее. Там что-то мигнуло. Денис, ладно, ждем Дениса и потом продолжим. Дорогу, то есть не дорогу назад, а мы продолжаем, мы лезем дальше. Сейчас покажу, куда мы идем. На камере, наверное, это не видно. О, смотри, видно, офигеть, у меня хорошая еще камера. Вон мы сейчас идем, там такой переходик, мы сейчас туда пойдем, что-то поищем. Смотри, справа какое здание, я хочу там. А на это здание не знаю, как попасть, честно. Сейчас мы, короче, сейчас уже 7 часов, здесь темно. Пока мы шли, мы уже встретили три пары человек, мужиков, которые шли и курили. Они нагнетали такую немного стрёмную атмосферу, да. То, что могут просто взять и побить, или еще что-то. Да, я бы сюда вылез. Ладно, я выключу уже вспышку, чтобы не палиться. И мы продолжим снимать, когда найдем что-то интересное. Денис, как тебе?
спускался вот по этому крюку, я навернулся и упал. Сейчас уже 7 часов. Посмотрите на это. Это не скажу, что это 7 часов, так как глубокая ночь. Серьезно. Сейчас камеру протру. О, лучше. Надо, короче, когда спускаться. Поскользнулся и упал. Блин, холодно, морду. Куда вылезти? Денис уже хочет домой. Но мне этого мало. Я уже пошел во вкус. И я хочу еще куда-то. Вот этот звук. Он... Денис, подожди, не спеши. Денис, не спеши. Вот этот звук. Ты себя не снимаешь. Снимаю. Тихо. Что? Ой, блядь. Короче, этот звук, что? Сперед, блядь. Блядь. Ой. Так, все, начинаем. Итак, короче, я буду на этом уже заканчивать, наверное, потому что уже слишком темно. И фонарики, они, конечно, помогают. Блин, что-то встал, какой-то ям. Они помогают, все видно, но есть один большой минус. Они очень палят жестко. Мы просто, когда идем и включаем этот фонарик, он светит почти как прожектор. Ну, примерно так. И он палит жестко. И, короче, мы решили закончить на этом влог. Денис, прощайся с моими зрителями. Всем пока. Громче. Всем пока. Какой-то сонный, как будто. Ничего не ел. Короче, блин. Рельсы. Чуть не упал. Короче, на этом я буду заканчивать свой влог. И если это видео наберет 40 лайков за неделю, я выложу сразу же вторую часть. Если оно не наберет 40 лайков за неделю, то я выложу вторую часть только через 2 недели. Так, что еще? Как бы не упасть. Короче, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, добавляйте в Инстаграм, в друзья ВК. С вами был ваш Сергей King TV. Всем удачи и пока!